Архип – это имя деда Валентина Петровича Бухтаярова. Поэтому он ему такую кличку дал. И более того, сейчас внук Валентина Петровича тоже носит имя Архип. Архип – это самая первая лошадь, которую я лично приобрел на аукционе, в принципе, да, причем ни у кого не спрашивал. А был аукцион, причем это был аукцион во Франции, их давили, я только начал работать с Валентином Петровичем. Его там не было, но мы были вдвоем с агентом, и на этом аукционе мы купили 4 лошади. Причем, что интересно, в тот момент агент был занят с каким-то другим клиентом, я пошел в ринг, смотрю Архип. Я знаю, что Арчи в России то, что нужно. Лошадь в том типе, в котором, вот, собственно, лучше всего лошади в России скачут. Европейцы не любят больших лошадей. У них все-таки скачки резвые, и они ценят лошади компактные. А мы, поскольку скачем по тяжелым покрытиям и по песчаным, нам нужны лошади мощные. Поэтому такие, как Архип, там особо, в общем, спросом не пользуются. И я пошел, смотрю, в общем, то, что надо. Но он чуть-чуть торцовый был, но это не страшно. Ничего такого особенного в этом не было. И я его купил. Пришел, говорю агенту, я купил коня. Он мне говорит, what's the damage? То есть, какой финансовый ущерб ты нам нанес? Я говорю, ну вот такой. Ну, в общем, с этого все и началось. Мы на том аукционе не ставили перед собой задачу покупать лошади для России. Мы покупали лошади для Франции. Он мне понравился, я его купил. Ровно так. Никаких других мотивов не было. Другое дело, что с таким экстерьером было видно, что там скачут стайеры. И он всегда скакал на длинной дистанции. Во Франции скакал успешно. Какие отзывы приходилось получать об Архипе во Франции от его тренера? Тренировал его Микель Дельзангль. Ну, предельно честно, да, лошадь хорошая на своем уровне. Вот ровно так. Лошадь многообещающая. Что эта лошадь не бесполезная. Понимаете, во Франции, в отличие от России, например, да, где мы скачем, если ты привозишь импортную лошадь, скачешь с доморощенными лошадьми мелких владельцев, которые выращены, прямо скажем, не очень. То есть ты понимаешь, что если лошадь корректная, и не будет никакого форс-мажора, все будет хорошо. Во Франции, если лошадь поступила в тренинг, все выдержала, потому что там спрашивают с них по-другому. Там уровень конкуренции другой. И когда там лошадь хотя бы что-то выиграла, она уже оказывается, ну, не в элитном дивизионе, но в дивизионе, для, условно говоря, там, может быть, который составляет процентов 40 или 30 от общего числа. То есть огромное количество лошадей, которые вообще никогда не скачут. Уровень нагрузки другой, конкуренция другая. Там каждая скачка как последний бой, не как у нас, когда там скачешь по тяжелой дорожке со слабенькими лошадьми. Были случаи, была кобыла, я сейчас, Storm of Race, например. Была кобыла Storm of Race, которая в Нальчике была чемпион на 2 года. Выиграла Калининский и была лучше. Мы ее отправили в Дубай, к Doug Watson. Она сделала 1 галоп. После чего Doug Watson сказал, ветеринар посмотрел, она захромала, и ветеринар сказал, еще один такой резвый галоп, и у нее нога просто отлетит. Она не то что скакать не сможет, она не сможет сделать еще 1 галоп. Но потом она пришла в Россию, в Нальчик, и опять скакала. Как это объяснить? Объяснить это можно только одним образом. Другое все. Другой уровень конкуренции, другой уровень подготовки. То есть, чтобы там скакать и выигрывать, лошадь должна выкладываться совсем по-другому. Здесь тихие дорожки, тихие скачки, не такая нагрузка, не такие жесткие покрытия и далеко не такая жесткая конкуренция. Поэтому там, когда у тебя лошадь хотя бы что-то выиграла, ты уже понимаешь, что ты чего-то добился. После переезда из Франции в Россию Архип попал на центральный московский ипподром. Здесь он обосновался в конюшне мастера-тренера Евгения Неумывакина и оставил ему о себе, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений среди всех подопечных. Хотел бы сказать, как он здесь вообще появился, Архип, да, с Франции. Мы в канун Триумфальной арки находились совместно с Валентином Петровичем Бухтаяровым, с Евгением Капушевым. В субботний день он скакал на дистанции 3000 метров. Когда я эту лошадь увидел в падоке, да, он настолько выглядел великолепно, да, вот эти вот массивные его
кондиции, рычаги и все остальное. Но результат, конечно, не впечатлил. Предложение я внес Валентину Петровичу, если бы эту лошадь в Россию привезти, на то, что и по генетическому происхождению он соответствует, да, и лошадь грунтовая, не как зеленочная, это было видно. Архип имеет классическую американскую родословную. Его отец Арч, победитель супердерби в США, один из самых излюбленных и успешных производителей на арене российских скачек. Особенно хорошо выступают от него жеребцы, в числе которых всероссийский дербист Даки и двукратный победитель приза президента Республики Татарстан Башлам. Однако не отстают и кобылы, среди которых выделяются С. Аранча, победительница всероссийского окса и приза гранита второго в Москве, и призерша ростовского окса Артефера, от которой уже получен скакун группового уровня Элегант Барс. Мать Архипа, Slowdown, дала также Фанни Дак от Distorted Humor, победителя приза третьей группы Pat Daymile в США. Среди родственников Архипа по матери числится также Кинг Гильермо, победитель Tampa Bay Derby 2020 года, и Тарантино, второй призер Holy Bull Stakes 2021 года. Я был как раз в отпуске, приехал, ну, стоит, сказали, что привезли там лошадь туда-сюда. И первый день, когда я его седлал, то есть меня предупредили, смотри с ним аккуратно, он там злой или что. Нет, ну я встречал в своей жизни злых лошадей. Ну, насколько был Архип злой. Ну, я как бы ссылаюсь до сих пор на то, что, видимо, обходились с ним там очень или жестко, или били его. То есть его озлобили изначально с 2 лет, поэтому он к людям так стал относиться. То есть он просто, его нужно было полчаса уговаривать, чтобы в дневник к нему зайти, он не запускал дневник. Потом аккуратно поймать и очень коротко привязать, иначе он мог тебе откусить голову, руку, ну все что угодно. Характер у него, конечно, был мужественный характер. Он был агрессивный. И эта агрессия его мне запомнится, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Он настолько меня прихватил правую руку. Вот здесь даже осталось вот как родимое пятно. Это память остается этой лошади, да, как эталон лошади. Среди представителей английской чистокровной породы нередко встречаются лошади со злобным характером. По всей видимости, в селекционной работе заводчики исторически не берут в расчет отношение лошади к человеку. Единственными важными признаками для них остаются скорость и работоспособность. В селекции спортивных лошадей, напротив, уделяется большое внимание темпераменту. Животное должно быть человекоориентированным, чтобы иметь возможность работать в воспроизводстве и вызывать интерес у покупателя. В английской породе порой самые злобные и агрессивные лошади формируют собственные линии и породу в целом. Среди них Рибо, Раунд Тейбл, Дензик, Хейлу, Сикинг де Голд, Манжо. Всю зиму я с ним занимался ежедневно, лаской, конфетками, сахарком, морковкой, подходы я к нему нашел. И после первой размашки, где-то вот уже по весне, он на меня произвел не просто большое, огромное впечатление, как скакун. У него задатки такие были, все, я от него просто кайфовал, как он ходил по работе. То есть эта лошадь была незаурядная, сразу вам могу сказать. Профессионализм чувствовался сразу, он был отъезжен идеально. Без рук человека, без команды человека он ни одного лишнего движения не сделает. То есть, вот, допустим, кентер, да, пейс, какой мне нужен пейс, на таком пейсе я еду. То есть, если я в него попрошу тише или резвее надо поехать, он слушался беспрекословно. А каким он был перед скачками? Перед скачками он вообще как спокоен, можно, как удал, да. Приходил в падок, как важная персона. Никогда я не замечал на нем ни одной патинки. Его нервы были настолько железобетонные, да, он просто съедал своим вот этим вот видением, да, всех соперников.
Первую скачку он пошел у нас, мы его записали на приз вступительный. Он не скакал еще ни разу на этом ипподроме, но состояние лошади, что вот заходит в падок чемпион, да, вот он зашел с таким невозмутимым видом, он ни на кого не обращал внимания, он очень легко выиграл эту скачку, и по скачке он ходил, опять же, он все, что от него ты требуешь, лишнего движения он не сделает, тише, тише, резвее, резвее, то есть финишный бросок у него просто был бешеный. У него была серьезная травма в двухлетнем возрасте там в Европе, после чего потом даже потребовалось операционное вмешательство. Там у него отлом косточки был в подсуставе. Ну ничего, он вот после этого восстановился. И как раз этот год, 2014 год, был ранний приз президента, июнь месяц. Я даже не переживал на то, чтобы ему этой одной скачки не хватит, да, потому что он был в великолепной форме, в кондициях хороших. И дальше продолжал после этого приза вступительного, после победы, хорошо работаться. С утра посмотрели, вывел его там на шаговку. Изменений никаких нет было, все великолепно. День, как говорится, шел. Ну, когда приняли со стартбокса, вроде бы все нормально, великолепно, но уже при выходе на старт финишную, да, я смотрю в большой экран, и он с большим отрывом отстает от всей компании. При выходе на противоположную прямую уже изменил тактику, начал двигаться получше, да, приблизился к компании. Победитель этой скачки, Lucky First, и сам даже Алексей Воли говорил, и опасался только лишь Архипа в этой компании. Ну, Архип, что он сделал? Он феноменальный финишер, опять же повторюсь, да. Он подъезжает в левый поворот, вот оттуда он начал довольно-таки интенсивно включаться, сократил по финишной прямой, да, он просто всех соперников съедал. Ну, а Lucky First, конечно, он оторвался довольно-таки с большим отрывом, можно сказать, убежал. Валентин Петрович, когда после финиша подошел, он говорит, я доволен. Он потом принял участие в призе элите, призе жокей-клуба, я одержал легко так все эти победы. С 2016 года Архип начал работу производителя в КФХ «Дамбай» в хозяйстве Магомеда Токова под Кисловодском. До середины апреля 2021 года он проживал здесь с еще одним выдающимся жеребцом Валентина Бухтаярова – Терсом. После того, как его не стало, Архип здесь – единственный полноправный хозяин. Более спокойный, более уравновешенный, никому он голову не отрывает, никого не кусает. Живем мы нормально с ним. Главное не дать ему возможности показать ему, что ты его боишься. Если заходишь в денник и трясешься или даешь, ну, каким-нибудь жестом, что ты его боишься, то уже все, лучше к нему не подходи. А мы к нему заходим прямо как в бой. Архип здорово дает на себя похожих. В основном у него вот сейчас двухлетняя кобылка, она у вас в Москве, у Кантакузина. Вы ее там увидите, она очень похожа на него. Так, экстерьером он здорово дает на себя похожих. Он очень такой экстерьер у него, ну, такой, какой бы нужен быть ей. У нас, в нашей конюшне, первая лошадь от Архипа, да? Но она как бы тоже характерная, ну, не до такой степени. На проездке эта лошадь, она, опять же, абсолютно адекватная, спокойная, то есть как хочешь, так и езди на этой лошади. По экстерьеру она копия, отец, копия. Ну, только что кобыла там, понятно, что ниже ростом, а вот вся, весь экстерьер, вся колодка, масть, все, папа, один в один. У меня-то мало под Архипа кобыл Бухтуярова Валентин Петровича. На сегодняшний день у нас 7 кобыл. Вот 7 кобыл я покрыл в этом году своих и
кобыл, 6 покрыл с Краснодарского края, 2 кобыл привезли на стучку, 2 кобыл с Кабардино-Балкарии привезли, 2 кобыл со Ставропольского края привезли к нему на стучку. Ну, в общем, я хочу сказать, Архипа мало мы крыли, у нас нету такое поголовье кобыл, чтобы сравнить с, вот, с основными креками, которые вот на наших российских ипподромах сейчас бегают. Сейчас в КФХ Дамбай растут 2 жеребчика от Архипа. От серой кобылы Уэйтулаки и рыжей кобылы Руза Ривер. А в соседней Леваде бегает его жизнерадостная дочь, матерью которой приходится Кэнди Флайер, победительница Пятигорского и Супер Оксов. В Левадах также можно увидеть 2 жеребчиков от Терса, от кобыл For Freedom и Proud Flash. Несмотря на небольшое поголовье, потомство Архипа привлекло к себе внимание сразу же, как только появилось на дорожках России. В первой ставке жеребец дал победительницу большого приза в Пятигорске Иберию. В тренинге ее хвалят, очень работоспособная, спокойная, смелая. Горец, Бобровки, Man of Cat и тут же полевой стороной Виборос. Но Man of Cat отделился от компании и ведет по финишной прямой. Впереди Man of Cat. На втором месте тут же Элборос. И дальним полем мощный бросок делает Иберия. Скачку ведет сейчас первый номер Man of Cat. И тут же Иберия на последних метрах дистанции. Поймает или нет? Иберия, похоже, ловит на последних метрах Man of Cat. Иберия выигрывает большой двухлетний. Девчата наши всегда говорили, что она выиграет. Я говорю, слушайте, ну там же это американские жеребцы идут, ей не так легко будет бежать, да, с жеребцами. Нет, она говорит, выиграет, и все. Я с трудом говорю, в это верю, но хотелось, конечно, выигрыша. Хороший товар от Архипа. Сейчас есть пара очень неплохих и многообещающих кобыл. Одна у Кантакузина Максута, Фарго ее зовут. Вторая у Василия Юрченко, зовут ее Deep Inside. Хорошая, ну, довольно крупная для 2 лет кобыла. Еще растет и формируется. Еще до оптимальной, так сказать, формы спортивной есть время, работоспособная и, в общем, работу любит. Очень такой своеобразный характер, значит. Со своими, кто с ней занимается, она дружит. С конюхами, там, с жокеями. Значит, к чужим людям так относится, в общем, настороженно. Среди лошадей, в общем-то, показывает, что она главная. Она может отогнать любую от себя. Своенравная кобыла, но хорошая. Проблем каких-то там, что она там чего-то не делает, там трудно ее седлать или еще что-то, нет, абсолютно. Нормально, хорошая, спокойная лошадь. Она, пожалуй, самая перспективная. Из кобыл это однозначно она самая перспективная на сегодняшний день. Значит, но тягаются, есть у нас Самрад жеребец от Легионеля, значит, он нет-нет, составляет ей конкуренцию такую, ну, достаточно весомую, значит, воюют. Не по галопам, они ходят вместе, потому что с другими, другие пока за ними не попадают. 15 мая Deep Inside совершила дебютный старт в карьере на Краснодарском ипподроме. После хорошего приема она оттянулась назад, дала фору соперницам, а по финишной прямой обошла их легко и уверенно. А
в соседней конюшне Краснодарского ипподрома в отделении Ольги Самохиной расквартирован трехлетний сын Архипа, амбассадор Голд. Я за этим конем смотрела еще с отъемом, мне он нравился. Он выглядел впечатляюще, он был очень хорошо выращенный. Он приехал ко мне сюда в сентябре. И, как обычно, аккуратная заездка и легкая работа. Сначала мы рассели довольно долго на нем, потому что действительно было очень много массы. Потом втягивали в работу, как с обычным полуторником. В нем чувствуется и класс, и это видно по его поведению, по его работоспособности. И по тому, как он ведет себя в скачках, чувствуется лошадь. Готовая, я думаю, более большим результатом. Это после контрольного галопа последнего. Я никак не ожидала, что этот конь может показать время в 28,6. Для меня это была новость. Вот, и мне приятно было с ним самой погулять. Я ходила, мечтала об этой скачке. Первая скачка была на Павловском ипподроме. Это новый круг, новые боксы, новая дорожка. Там. Причем лошади шли с ним скакавшие. Достаточно неплохие, но он не потерялся. Всю скачку он съехал с места на место и в финишной борьбе уступил более опытному баталисту. Но он мне сильно понравился, и уже специалисты оценили по достоинству, значит, на сколько этот конь способен на дальнейшее. Я баталист пытается предпринять попытку захватить лидерство, но амбассадор сбол. Очень ровно, очень сильно прошу скачку, хватит ли на финише сил. Так получилось, что на первой жеребьевке сезона 2021 я вытащила первый бокс для амбассадора, который стартовал в первый раз. И это был первый старт нашего отделения тоже в 2021 году. Вот, еще там съемочки такие делали. Вот. Ну и на Фолькентере, это Павловский ипподром, тоже абсолютно спокойный, вообще все ему интересно, очень классный, с ним очень приятно работать и мне, и конюхам, ребятам, он и в дневнике очень достаточно ласковый и работоспособный, и по работе отдатливый, то есть все, что требуешь от него, он все делает и никогда не отказывается. Будем дальше смотреть, дальше работать, вести этого коня. Думаю, к 4 годам он будет еще лучше, на 3 года. Я жду результатов, конечно, от него. Но я понимаю, что этот конь не испытан на 2, что ему очень сложно будет с более опытными лошадьми. И постараюсь плавно провести трехлетний сезон. Вот. А к 4 годам, я думаю, уже можно будет максимально на нем ехать. Одним из лучших производителей его можно считать. Почему? Потому что все яркие сейчас, что у нас, скачут. В тот момент, в те годы, пока он был у вас в конюшне, он был ли вашим любимчиком? Или, может быть, до сих пор он остается одним из ваших самых таких любимых лошадей? Я могу прямо ответить, это моя одна из самых любимых лошадей, которая на сегодняшний день находилась в конюшне. Да, у нас большое поголовье было и арабских лошадей, и также чистокровных, но вот в нем какая-то изюминка присутствовала, своего даже вот плана характера и все остальное. Невозможно было не любить эту лошадь, просто невозможно. У меня есть мечта даже, те лошади, которые будут находиться, что касается кобыл, да, покрыть там только Архипом. Любых коневладельцев, которые я всегда предложу, чтобы покрыть Архипом. Он настолько просто великолепный генетически, да, по происхождению, там, ну, все присутствует. И стамина, и резвость. Он на все способен. Когда вот просто вы слышите кличку Архип, первое ваше воспоминание, первая ассоциация с ним? Честно? Вот первая ассоциация — злый день. Да, потому что когда он ушел в производители и приехал на базу туда, в Кисловодск, у меня был первый вопрос:
как там люди, говорю, целые, там никого не укусил, никого не ударил там или еще что-то. Ну, теперь, наверное, плюсов больше. Конечно, он намного успокоился, намного. Если я туда к ним еду в гости, мы заезжаем в КЧР, яблоки, морковку я ему покупаю свежие. И уже прямой наводкой к нему, сразу к нему. То есть, да, еще Терс был живой. Да, поэтому это два моих любимца, на обоих я скакал. Кто из них лучше, не знаю. Хотелось бы, конечно, получить от него и продолжателя, потому что, например, Терса уже нет, Терс пал. Но он свою задачу выполнил. Он дал Биг Брайта, всероссийского дербиста, который еще до конца далеко свое слово последнее не сказал. Он еще не раскрылся окончательно, поэтому он продолжателя оставил, нескольких хороших кобыл оставил, он свой род продолжил. Биг Брайт, ну, в общем, редко какой производитель в России может похвастаться таким приколом. Поэтому теперь хотелось бы, чтобы у Архипа, от Архипа получить нечто похожего класса, будем над этим работать. Thank you.